Приморская делегация во главе с Олегом Кожемяко прибыла в Китай для участия в Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая проходит с 15 по 19 июня. Накануне старта мероприятия губернатор Приморья встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Хэлуцзян Сюй Цинь. Он горячо поприветствовал делегацию Приморья, подчеркнув большую роль главы края в укреплении дружбы между двумя странами и развитии межрегионального сотрудничества. Олег Кожемяко обозначил, что край готов представить на ярмарке все возможности. Я искренне рад приветствовать вас вместе с приморской делегацией на Харбинской земле после такого длительного трехлетнего перерыва, вызванного пандемией. Время накопило много возможностей для таких радостных встреч, больших контактов, той большой экономики, которая нас ожидает. Поэтому у нас очень прибыла большая представительная делегация, в том числе и, как вы сказали, с культурной программой, вот, с Приморского края, где между провинцией Хэлуцзян и Приморьем у нас давние дружеские, экономические и культурные связи. Руководитель Приморья подчеркнул, что расширение контактов на высшем уровне дает свои плоды. Так, товарооборот региона с провинцией Хэлуцзян вырос на 40%, а в целом с Китаем достиг 7,5 миллиардов долларов. Олег Кожемяко озвучил самый широкий спектр вопросов, где возможно эффективное сотрудничество. Так, глава Приморья рассказал о модернизации пунктов пропуска, отметив, что в 2024 году они заработают на полную мощность. Кроме того, регион готов представить предложение по совместной работе над строительством моста Полтавка-Дунин на условиях концессии. Особое внимание участники встречи уделили вопросам создания совместных производств. Была озвучена и тема развития туризма, и открытие безвизовых туристических обменов, и многое другое.